Вот такой прудик, ребята, пришли половить. Ну-ка, клев есть? Говорит, нет, вроде. До этого там кидал на той стороне. Окунька поймал. Он еще камеру не нацепил. Не получилось заснять на поппер. Есть, ребятки, есть. Это пушочек. Догнал. Прям с под ног, ребята. Семочек тебе, на. Клю-клю-клю. На. Вот сюда вот кидай. Палку еще уберу. Бери, на. Да вот сюда. Да. Да вот. Смотри, смотри, она их завёл там что-то. По-своему там, смотри, клюв открывает. Вот все, поклевали, все, дайте рыбу половить. Чем вовер не хотите? Да сейчас. Я не знаю, под плитками.
Да, сегодня рыбалка интересная, с водолазами, с утками. Сейчас за жопу его поймаю. С металлоискателем ныряет. Я же тебе говорил. Денис, если ты будешь смотреть это видео, вот где надо золото собирать. Что, сталь замерзли, что ли? Зацепили одного окушочечка. Подсёк, как я его на поперок. За глаз. Вот, ребятки.
Погодка такая прям. Покидать можно. Попробуем-ка вот сюда. Ладно. И места. Должны же мы поймать щуку. А если еще нет? Нет, есть. Зачем ты полотенце натираешь? Смысл? Обознались. Все, ребятки, еще пару забросов будем собираться. Дождик прям нормально пошел. Около десятка окуней поймал. Больше ничего такого не было. Мелко здесь. Сейчас вот такой волдырок нацепил из урика. Два-три заброса и все. И двигаемся домой. Все, ребята, всем пока, всем удачи, смотрите канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.